Я Финко Михаил Михайлович. В августе 23-го года позвонил на канал и предложил им услуги в качестве военного летчика. СВО не поддерживал, после чего раскаялся. После разъяснения мне с сотрудниками Федеральной службы безопасности я полностью раскаиваюсь содеянным. Но я же не... Это же не... Это не... Вот, там приглашение. Нет, по тому поводу вам уже объявлено принести решение. Меня интересует другое нацистское символику. Да, это... Я говорю, это я... Вот это вот так вот. Я хочу посмотреть потом. Так. Скачал и забыл. У меня много этих вот... Там накачано вот это все.